Мобильные устройства на базе Android занимают около 80% рынка. За последнее время произошло много изменений. Появились новые языки программирования, новые библиотеки. Наш курс «Современная Android-разработка» поможет изучить язык программирования Kotlin, новейшие библиотеки от Google, а также ряд современных библиотек. Преподавателями курса являются опытные сотрудники Mail.ru Group из команды поиска и игр. В рамках курсовых проектов наши студенты не ограничены в выборе темы. Мы уже видели в студенческих работах такие проекты, как мессенджеры, социальные сети, биржевые приложения и приложения из ресторанного бизнеса. Основная проблема начинающих разработчиков — это неумение работать в команде. Сделать популярный проект в одиночку практически невозможно. Наши преподаватели научат работать в команде и решать совместные задачи. В ходе разработки проекта на нашем курсе студенты будут формировать команды и в том числе общаться в нашем внутреннем чате, обсуждать какие-то свои проблемы. Мы будем стараться с Кириллом всячески помочь, объяснить, если что-то непонятно. В конечном итоге каждый студент получит готовое приложение, которое, в принципе, не стыдно будет опубликовать в Google Play Store. По завершению курса наши студенты будут готовы работать на позиции джуниор-разработчика Android-приложений, обладать достаточными знаниями для участия в разработке больших современных приложений в рамках крупных проектов и компаний, будут владеть современными технологиями и инструментами для разработки Android-приложений. Я приглашаю всех студентов присоединиться к нашему курсу. Будет интересно, весело, каждый вынесет для себя что-то новое.